Всем привет! И сейчас разберем свежеиспеченный лохотрон под названием Giveaway 2018. Почему лохотрон? Сейчас мы это посмотрим и убедимся. Замануха, конечно, у них хорошая. Получить 75 тысяч рублей за 5 минут. Это уже настораживает. Таких сумм нигде не платят. Итак, конечно, забавный человечек никак уже не может ассоциироваться с 75 тысячами за 5 минут. Так, опускаемся вниз. Тут все фейковые отзывы. Сейчас я покажу, как это проверить еще. Вот, интересный момент. Вот, публичная оферта. Написано очень мелко, но для того, чтобы прочитать, было практически невозможно. Но мы это копируем. Вставляем в текстовый редактор и переходим к пункту 6. Тут даже на самом сайте написано то, что все это производится так, принимая вы должны учитывать возможные моменты не получения прибыли. То есть сайт сам уже подтверждает то, что вы можете не получить ничего, и как бы предъяв к этому вы не сможете кинуть никаких. Вот. Так. Далее. Как распознать фейковые комменты? Копируем картиночку. Сохранить изображение как. Сохраняем его. Далее открываем Google картинки. Так. И вставляем нашу картиночку в поиск Гугла. Не хочет. Вот нам открылось. Страница с подходящими изображениями. Так, наш сайт. Вот он. giveaway2018.ru. Google нашел еще 2 еще совпадения. Он какой-то MR Farmer. Открываем его. Оп. Открылся аналогичные, только с другим доменом. Но ладно, смотрим. Это то же самое, тот же отзыв. Обожает он автомобили. Вот возвращаемся на giveaway. Он тут тоже любит. Вот также можно сделать и с другими фотками. По идее, как бы, тут даже циферки бегут. Но вот это имитация. Муляж. Ну, нарисовать тут можно все что угодно. Ну, а почему это я так утверждаю? Если очистить куки, загрузить эту страницу, то все начнется опять с 14 тысяч. И постепенно будет идти набор суммы. Вот ради эксперимента сейчас даже скопируем эту ссылочку. И откроем в режиме инкогнито. Так, 14 642 было, да? Так, открываем в новом окне. 14 600. А тут почему-то 12 000. Что-то как-то уменьшилось, получается, да? Так что циферки, которые там будут рисоваться, это уже понятный лохотрон. Можно открывать эти ссылки каждый раз, и сумма будет меняться. Причем в меньшую сторону. Вот видим, начала расти. Но я не знаю даже, стоит ли продолжать. Уже это такие достаточно понятные вещи, которые означают, что это не просто лохотрон, а лохотронище. Ну, давайте попробуем зарегистрироваться.
Так, принять участие. Сейчас посмотрим, что там внутри. Конечно, 75 тысяч. 7500 написали бы за 5 минут. Все равно 750 рублей. Все равно это настораживает. 75 рублей за 5 минут. Ну, тоже как-то не очень. Вот тут тоже какие-то циферки нам нарисовали. 6 опросов. То есть, ответив на 6 вопросов от спонсоров, мы получим 128 тысяч рублей. То есть, как бы, люди ходят на работу, получают зарплату там в 4 раза меньшую, они работают целый день, а тут 6 вопросов ответил и получил, хотя нам написано было до этого опросы, здесь вопросы, тоже непонятно, ну ладно. Вознаграждение производится единоразовым моментальным платежом. Класс. Ну, надо попробовать, что же теперь. Выполняется подключение к базе вопросов спонсора. Интересно, какие такие спонсоры. Ну, давайте ответим. Ну, допустим, мне нравится BMW. Поставим BMW. Этот проект вообще рассчитан к мобильный телефон чаще всех остальных. Ну, Samsung, наверное, или iPhone. Ну, давайте Samsung напишем, поставим. Вообще 75 тысяч рублей, это глупо у них замануха, конечно, но этот проект рассчитан на именно на школьников, на пенсионеров, которые только вот начали знакомиться с интернетом. Какой супермаркет вы считаете? Ну, не знаю, давайте Лента выберем. В принципе, без разницы, что отвечать. Я так понял, что смысл не меняется. Но все-таки мне интересно посмотреть, чем закончится эта забава. Ну, Сбер поддержим. Что ж тут? Не люблю частные банки. Ну, это мое личное мнение. Каждый думает по-своему. Страховая, про которых чаще. Ну, Росгосстрах, наверное, самая распространенная. Тоже с нелестными отзывами компания, но суть не в этом. Нравится канал, но тут таких нету. Давайте выберем НТВ. Смешно, конечно, но все же. Я телевизор уже довольно-таки долго не смотрю. Уже, наверное, 5 или 7 лет, но смысл не меняется. Создание внутреннего счета для выплаты. То есть уже у них создается счет, на котором мы можем получить 128 тысяч рублей. Вот так вот за 5 минут. Даже 5 минут-то еще не прошло. Ну, что-то прям долго. Имитация так создания счета, наверное. Вот. Средства успешно зачислены на внутренний счет. Готовая сумма. Все, тут спонсор какой-то указан. Бонус спонсора 2500. Непонятно, но здорово. Чтобы моментально в полном размере получить выплату, необходимо выполнить закрепительный платеж. С вашей карты или кошелька будет списано 152 рубля. Так вот, в чем заключается этот лохотрон. Вы отправляете им 152 рубля, которые вам никто обратно не вернет. Но вы же надеетесь получить 128 тысяч за такие простые вопросы. Блин, наверное, передача «Кто хочет стать миллионером» и то как-то немножко сложнее была, чем здесь. Ну ладно. С помощью данного списания происходит подтверждение вашей личности и закрепление внутреннего счета для дальнейших переводов. Напоминаем, что выплата будет отправлена вам равными переводами, сумма списания будет возвращена на карту автоматически. Но там же написано было на сайте, что сайт можно не выплатить. Но выполнить закрепительный платеж, что тут дальше, посмотрим. Ну, тут прям народ пишет, чудесно выполнил, деньги мною получены в полном объеме, 162 тысячи. Во как. То есть, как бы, люди тут озолотились. Но тут уже накапало 13 тысяч, а на прошлой страничке, на вот здесь вот, уже здесь 17. То есть, как-то разнятся, да? Ну, давайте обновим первоначальную страничку, где мы не проходили опрос, который я начинал показывать. Оп, опять 12 тысяч. Нет, 17.
В общем, доработать флеш-плеер или JavaScript, не знаю, что здесь используется. Но тогда уже хотя бы какое-то доверие, чтобы вызывали у людей. Ну, так. Выполнить закрепительный платеж и получить выплату. Так. Пробуем. Нет, естественно, я деньги не буду переводить. Если бы даже сумма это была 1,5 рубля, 1,5 рубля. Вот, потому что за счет таких вот они могли озолотиться. Кажется, сумма не маленькая, точнее, кажется, сумма маленькая, там что там 1,5 рубля, ну а таких 10, 100, 1000 или 1 000 000 человек, это уже какая-то денежка. Все это лохотрон. Так, еще забыл сказать, надо проверять на ранг В. Ну, вот ссылку я оставлю в описании. Ну, вот я доверяю этому сайту полностью. Но действительно очень интересная штука. Сейчас мы посмотрим, и я покажу, в чем смысл. Ну, вот она определяет возраст домена. Так, уже мы ушли отсюда. Так, оплата. Копируем адрес. Ранковый не работает, точнее не нажал. Вот и сюда вставляем так адресочек, мы узнаем таким образом возраст домена. Дело в том, что этот недавно возникший лохотрон прям заполонил везде рекламой, спамеры уже одолели. Вот поэтому заинтересовался, решил посмотреть. Сейчас увидим. Так, грузится. Вот ежедневный доход 4 доллара. Домен зарегистрирован 1 неделю 2 дня назад, то есть 7-9 дней домену. Ну вот, и они уже предлагают такие вот баснословные суммы. Ребята, будьте осторожны, сейчас очень многом прям вот заполонили интернет, лохотроны всякие, хлепят школьники, одностраничные сайты, вот это вот. Просто нужно как-то анализировать, сопоставлять приводимую информацию и как бы с возможностью. Так что это самый масштабный лохотрон 2018 года. Ну, если понравилось видео, ставьте лайки. Если появились вопросы, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, я дальше буду продолжать снимать подобные лохотроны, чтобы вы были в курсе того, что творится сейчас в интернете.